рюкзак большой, где-то 80 литров плюс-минус. Есть капюшон. Лямки с металлическими кольцами крепления. Да, здесь не пластик, здесь металл. Есть поясной ремень. Таким образом он здесь увязывается. 4 кармана. Да, это рюкзак-баул. То есть его можно носить. Ну, скажем, вот так раз. Если не как рюкзак, то есть у него здесь обшитая прихватка, ручка. Можно носить как баул. Да, ткань здесь получается без ПВХ основы. То есть это такой, как товарный брезент. Это называется холщовый рюкзак. Такая довольно плотная текстура плетения ткани. Четыре кармана. Размер его в таком виде 75 на 40, ширина и глубина 30 сантиметров. Четыре объемистых кармана, простая такая конструкция, надежная, имеет хорошие отзывы. И цвет, как говорится, черный чернее не станет.